Приветствую вас с возвращением. Сейчас сделаю расклад на тему. Зададим вопрос ему, счастлив ли он. Послушаем, что он скажет. Может быть, мы себя накручиваем, да, что его там женщина как-то магией держит или еще что-то. Может быть, он вполне счастлив. Ведь иногда самое трудное понятие – признать то, что если человек сейчас находится с другой женщиной, то его это устраивает. Ему там нравится быть. Что, может быть, это никакая не магия, не какие-то еще обстоятельства. Человек находится там, где ему нравится. Все, точка. Другого объяснения не бывает. А мы начинаем вот как-то его оправдывать, да? Ну давайте, что он о себе расскажет. Сейчас я найду его. Его сигнификацию, так называемую. Так. Гриша, и почему я в тебя такой влюбленный? Мужчина хочет любви. Мужчина действительно в кого-то влюблен. Но у него сейчас проблемы какие-то по жизни. Какие-то волнения. Либо действительно проблемы, и он из-за этого переживает. Либо переживает вот из-за этой своей влюбленности, из-за этих своих чувств. Накрывает человека. Именно вот эмоции, понимаете, в эмоциональном плане его накрывает. Так, что еще о нем скажут? Хочет поехать куда-то, кому-то, но опять же, он, наверное, по этому поводу переживает. Думает сейчас о чем-то, как-то в себя уходит. Да, думает о том, чтобы найти этот ключик, чтобы выйти из какого-то, из каких-то своих ситуаций трудных, что-то решить, вот, думает о ком-то, либо о чем-то. Но здесь чувства вышли, любовь, чувства, да, вот все, что с этим связано, хочет для себя что-то прояснить, ключик подобрать. Стабильности какой-то хочет в своей жизни, роста, финансового роста, благосостояния. Хлопоты у него сейчас в доме, с родственниками, с родными, с семьей. Сплетни какие-то здесь у него, разговоры, знаете, вот такие легкомысленные. О чем-то как сплетничает он, как кости кому-то перемывает. Вот разговоры такие праздные. Кольцо, кольцо. Вышло кольцо. Это он, ты что, хочешь кому-то предложение сделать или что? А, ну или как вариант, ну здесь нет, предложения нет, это как вариант, что вот та ситуация, в которой он сейчас находится, что он, знаете, вот как по замкнутому кругу он ходит. И действительно, да, вот думает, чтобы как бы из этого выйти, из замкнутого этого круга, не получается. Какие-то потери в жизни, хлопоты у него сейчас.
и змея, это кто? Ну вот опять же, да, говорит, трудности у него. Тут вот еще один мужчина вышел, как будто бы ему какой-то мужчина трудности, эти препятствия создает. Я не знаю, возможно, какой-то соперник, либо друг, мужчина, по работе, возможно. Время, время, что это значит? Да, что-то для него, какая-то ситуация закрыта. Не может он, не знает, как поступить. Вот опять же, мысли у него каких-то много о своих делах, о своих хлопотах. Мужчина сам по себе легкомысленный. Так, хлопоты у него здесь, да, в доме, в семье. Скажи, счастлив ли ты? Злой, сердится, да. У него сейчас в жизни какие-то трудности. Женщина рядом вышла. Вот из-за нее тоже, возможно, хлопоты, эти трудности. Хочет с ней что-то прояснить. Ссорятся они с ней. Ревность идут к этой женщине. Кто эта женщина? Так, смотрите, следит, он говорит, за этой женщиной. Мысли какие-то гоняют недобрые. Вот опять же, ему тяжело. Человек находился на выборе. Либо сейчас даже стоит на выборе. Двойственный. Счастлив ли ты, скажи? Ну, здесь уже по этому раскладу видно, что у человека сейчас трудности, тяжело ему. Нужно работать, деньги зарабатывать на ребенка, возможно, что-то связано с ребенком. На семью, да, на детей деньги нужны. Счастлив ли ты? Рассказывает о женщине, которая на расстоянии, звезда, с которой закончились отношения. Ну, смотрите, вот так-то, да, он счастлив. Тут семья у него, счастье в доме, счастье в семье. Но все равно какие-то у него хлопоты есть. Ну, как хлопоты? Хлопоты связаны с бытом, с домом. Какие-то обязанности нужно выполнять, деньги зарабатывать. Вот что-то он пытается как-то вот пробить, пробить какую-то стену, то ли вот заработать, да, не получается. Пытается найти выход из какой-то своей ситуации. Такие вот мелкие хлопоты, как у всех плюс-минусы, они присутствуют, да, в жизни. А так, в общем и целом, он говорит, что счастлив. Так, вот рассказывает об этой бывшей, говорит, я хочу к ней приехать победителем. Победителем, и хочу ей все в ноги кинуть, вот перед ногами. Показать, кого она потеряла. Сейчас они не общаются с этой женщиной. Да, прямо думает, как бы это побыстрее сделать. Но опять же, вот, да, что-то с деньгами связано. Что говорит, надо мне подзаработать. Чтобы приехать к этой женщине, деньги нужны, подарки, а денег у него нету. И как бы вот, знаете, уже он нетерплячка, что называется, уже хочет побыстрее к ней приехать, а у него там какие-то свои хлопоты, свои какие-то препятствия. Что-то нужно вот решать, проблемы какие-то. И денег нет. И вот это его останавливает. Так вот, а по поводу того, счастлив ли он, да, говорит, в общем и целом, я сейчас счастлив, но какие-то вот здесь у него есть
заморочки свои, бытовые, с деньгами связанные. Вот так вот.